Доброе утро, ребята. Тренировки все готовы? Все готовы. Выходи на тренировку. Шагом марш. Вот такое доброе утро встречает ребят, воспитанников круглосуточного отделения Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Все как положено, зарядки. Только зарядка здесь необычная, включающая в себя не только разминку, а целый разработанный комплекс упражнений адаптивной физкультуры. Раз, два, три, четыре, пять. Первая часть выполнена, переходим на вторую. Дружным строем ребята отправляются на прогулочный участок. Здесь ждет тренировка по скандинавской ходьбе. Этот вид спорта тоже входит в оздоровительную программу по адаптивной физической культуре. Занимаемся под группами, подбираем детей по уровню физического развития, чтобы подходили друг к другу. У нас разработана программа для детей, которая называется «Спортландия». Помимо лечебной физкультуры, помимо спорта, больших достижений, мы еще занимаемся физическим оздоровлением детского организма. Три раза в неделю детки у нас по подгруппам занимаются в зале, то есть там физические упражнения с ритмикой, с специально подобранной, и два раза в неделю мы занимаемся скандинавской ходьбой. Такой ходьбе легко научиться, и она имеет много преимуществ. Улучшает сердечную деятельность и кровообращение, улучшает работу легких, активизирует процессы обмена веществ, укрепляет мышцы. Ходьба оказывает, конечно, благоприятное влияние на организм и детей в том числе. Занятия скандинавской ходьбой развивают двигательные функции у детей, такие как быстрота, ловкость, потом эмоциональная уверенность, саморегуляция. Тренируют дыхательную и сердечно-сосудистую систему, ну и воздействуют общеукрепляюще на весь организм. Поэтому дети с удовольствием занимаются, ждут этих занятий. У нас хороший тренер, который у нас бывший спортсмен, тоже человек заинтересованный, чтобы нашим детям было и весело, и смогли они достичь каких-то результатов, то есть оздоровиться. Хорошая. Хорошая, замечательная. Добрая. Добрая. Все время нам помогает. Очень нравится, и вообще все очень хорошо так. Чтобы быть здоровым, чтобы дух не терять. Физическая форма, да? Да, да. Я всегда хотел спортом заняться. Главное – это успех и здоровье, и смелость. Анна Шуркова, Павел Желтиков, Ариа Ленинск.